Всем привет, дорогие друзья, с вами Динобан Алис Леончик. И сегодня в этом видео я покажу по просьбе подписчика NickPlayTV, как сделать хорошее качество в бандикаме. Итак, начинаем. Кстати, ребят, подпишитесь перед началом, подпишитесь на канал мой. И NickPlay, Артём777 и других. Которые я оставлю ссылки в описании. Итак, ребят, что нам первым делом нужно, это бандикам сам. Сам бандикам нам нужен. Не обращайте внимания, что у меня такие обои, просто мне нравятся. Сейчас вот так вот сделаю, чтобы... Так. Не обращайте внимания, что на заднем фоне. Итак, для начала нам нужен сам бандикам. Дальше. Домой. Здесь мы выбираем вот этот игровой режим. Режим записи игры. Что это такое? Вы когда нажимаете на это, оно у вас не будет записывать, допустим, рабочий стол. Он сначала просит вас, чтобы вы показали ему окно. То есть сначала вы запускаете любую игру, потом попробуйте просто, если не получается, ну, там должно быть такое вот FPS написано, вот я вам сейчас покажу. Ну, короче, в верхнем левом углу должен быть написан вот такой вот FPS, сколько там, ну вот, зеленый вот этот вот. Если эта штука есть, значит, окно определилось. Если его нет, значит, попробуйте бандикам и зайти в программу любую. Вот. И дальше, основные. Здесь мы ставим все по классике, это все выключаем. Здесь-то это тоже, ну, кому нужно запланировать, то... планируйте, это тоже не нужно. Итак, дальше видео. Здесь как хотите, мне вот так показывать курсор обязательно. И самое вот главное — динамики. Вот сейчас вот у меня сейчас стоят наушники, поэтому у меня динамики USB PNP аудио девайс и микрофон тоже. Дополнительное устройство по желанию, не обязательно. Веб-камера тоже по желанию. Так как у меня ее нет, я не буду ставить. Ну, если, конечно, только без виртуал камера, а так у меня нет. Показать курсор есть. Логотип тоже по желанию, у меня он есть, так что текст вообще не нужен. Дальше, нормальный приоритет для задач. Это вот NickPlay, вот ты эту штуку выключай, потому что... Ну, ты ее выключил, а не нужно было включать, потому что это бесполезная функция. Для экранного режима. Перед началом записи показывать, вот это тоже выключить. Все, тут ничего больше такого нет. Все, закрываем. И дальше самое главное, то, что вам нужно. Выходим вот видео, формат вот этот вот. Выбираем MP4, полный размер, 100% на 100%. 60 FPS. Выбираем самую первую видеокарту, кодек. Качество, как вам угодно, у меня это 80. Профиль хайк. Кодек MP3. Битрейт, какой вам хочется, стрела. И здесь частота, я поставил 48 тысяч. Как вам хочется, я вот ставлю вот такую. Короче, вот, в принципе, мой список. Вот, если хотите, берите. Так, дальше. Если хотите, вот, можете быстро для 60 FPS. Ну, у меня это с собой, это свое. Так, дальше изображение здесь PNG. Не показывайте курсор, потому что то, если вы будете показывать курсор, если вот, допустим, вот тут. Вот и делаете, вот вы делаете скриншот, а курсор виден, так что убираем. Здесь. Добавляю, ну, логотип. Как хотите. Я позже добавлю. Дальше. А программа. Здесь уже ничего больше такого нет. В общем, ребят, если вам было это полезное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик, потому что я старался. Всем удачи, всем пока. NickPlay, не расстраивайся, все, не отписывайся. И всем пока.